нежна, прекрасна, милосердна, заботлива и так добра, спасительная Матерь Божья пришла. Она и в этот мир сейчас. И в переходную эпоху, когда темнейшая печаль, когда суровые уроки прошла, да не одна душа протягивает руку веры, любви, добра. День ото дня и направляет к свету светлых и защищает их всегда. И помогает всем мгновенно и жарит всех огнем небес. И говорит столь сокровенно, и сердце в сердце льется мед. Та мысль, все преображая и раскрывая дарование в других, та мысль волшебница. И всякий это зная, склоняется под сенью ее век. Мудрец, прекрасный, светлый, добрый, нежный. Мудрец, непостижимый, такой родной. Мудрец, прославленный делами и тихой славой до небес. Пришла из света в милосердие она.